В этом году турнир был посвящен 80-летию самбо. Во Всероссийском детском центре «Смена» открыли мемориальную доску основоположнику этого вида единоборств Анатолию Харлампиеву. Вклад Анатолия Аркадьевича в развитие самбо, он неоценим. Поэтому, безусловно, открытие мемориальной доски, оно способствует тому, чтобы ребята, самбисты изучали нашу историю. В этот раз на ковер вышли около 100 спортсменов из Краснодарского края и Крыма. Впервые в соревнованиях приняли участие немецкие спортсмены. Самбо – это в первую очередь умение защищать себя, но и вообще интересный и красивый вид спорта. Я считаю, очень важно обмениваться опытом именно с другими странами, другими спортсменами, так как можно делиться разными техниками борьбы. В общекомандном зачете победу одержали анапчане. На втором месте Новороссийск, ну а бронзу получили борцы из города Керчь. Власта Царева, Анапа регион.